Финальные игры по волейболу в 8-й всекубанской спартакиады прошли в спортивной школе номер 10. В соревнованиях играют сборные команды школ по волейболу, ученики 5-х и 6-х классов. Прежде чем попасть в финальные игры, спортсмены прошли 5 этапов – школьный, муниципальный, зональный и полуфинал. Лучшие команды вышли в финал. В спартакиаде Анапу представили волейболистки из общеобразовательной школы номер 4. Это маленькие звездочки, которые в дальнейшем будут прославлены по этому виду спорта. Анапу представляет ее на российском уровне и международном. На финальные игры приехали очень сильные команды. Прославленные волейбольные клубы из Абинска, станицы Староминской и Выселковского района. Но это только придало нашей команде уверенности в собственных силах. И первое место не заставило себя долго ждать.